В центре Омска идет строительство нового здания епархиального управления. Одним из важных этапов стало освещение и установка креста и купола. Подробнее о ходе строительства в сюжете наших коллег. До революции Омское епархиальное управление со всеми отделами размещалось в одном из крупнейших зданий города Омска. В настоящее же время оно занимает небольшое здание, не позволяющее вместить в себя все необходимые епархиальные службы и отделы. В связи с этим летом 2016 года по благословению митрополита Омского и Таврического Владимира началось строительство нового здания епархиального управления на улице Интернациональной. Крест и купол будут венчать здание епархиального управления, находящийся в нем храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского. И, конечно, в сегодняшний день мы должны отметить тот факт, что такого рода масштабное, да, здание епархиального управления у нас в нашем городе появляется впервые благодаря трудам нашего правящего владыки митрополита Владимира. Здание с прекрасным архитектурным решением находится в хорошей транспортной доступности в центре города. Здесь разместится отдел религиозного образования и катехизации, отдел по церковной благотворительности и социальному служению, пресс-служба, методический кабинет и видеостудия, библиотека с духовной литературой, доступная для всех желающих, а также конференц-зал, где будут проходить лекции, семинары, занятия воскресной школы и концерты духовной музыки. По мнению митрополита Владимира, объединение всех отделов в одном здании увеличит эффективность работы епархиальных служб и усилит их взаимодействие.